Сережа. Буду рад тебя видеть на территории Запорожской области. У себя в гостях. Приезжай, хлопец. Мило пообщаемся. С удовольствием пройду с тобой беседу. Представленный видеофрагмент записан на территории Украины. Его на своей странице в соцсети ВКонтакте выложил россиянин Антон Раевский. Автор ролика обращается к Сергею Стерненко, бывшему лидеру Одесского правого сектора. Приглашение мирно побеседовать также получили бандеровцы и русские националисты. Вы не русские националисты, вы предатели своей нации, своей страны. Вы гондоны, мудаки конченые. Поэтому приезжайте. Мы вас всех терроризируем здесь, на русской земле. У меня все. Тоха. С улыбкой на лице упомянутый Тоха поехал денацифицировать Украину. Но есть нюанс. Сам Раевский еще несколько лет назад позировал с татуировками Гитлера на плече и свастикой на груди. В беседе со мной Антон рассказал, что свои идеи он уже скорректировал. На данный момент я считаю себя убежденным сторонником царского самодержавия, абсолютной монархии. По вероисповеданию православный христианин, прихожанин Русской православной церкви Московского патриархата. Считаю себя русским националистом, неонацистом, фашистом. Я себя не считаю. И хотя на словах Антон стал более умеренным, один из принципов остался неизменным. За идею можно убивать. Наш командир роты нашего добровольческого батальона сказал следующее, что в случае взятия в плен кого-либо из регулярных войск вооруженных сил Украины, представителей территориальной обороны, так называемой, и тем более представителей таких подразделений, как Азов, Айдар, Днепро, категорически не брать в плен. Другой вопрос, как их ликвидировать? Я считаю, что расстрел на войне – это самая гуманная смерть, лучшая смерть. Сейчас в Украине есть десятки ультраправых, которые готовы убивать украинцев за идею. Фотки с их татуировками и другими следами русского мира гуляют по интернету. Минобороны охотно берет таких добровольцев на фронт. Это война не за Украину, это война не за газ, не за нефть, за НАТО. Это война за будущее белой нации, за будущее белой цивилизации, за будущее белой России.